Новогодняя красавица. На Соборной площади продолжается монтаж искусственной елки. Напомним, символ Нового года доставили в Кунгур в минувший понедельник. Сегодня елочку ожидают последние штрихи. На ее веточках появятся новогодние игрушки. Подробности у нашей съемочной группы. Первый день сборки искусственной елочки выдался тяжелым. Каркас высотой в 15,5 метров собирали до позднего вечера. На следующий день с утра работы возобновились. И уже к концу вторника елку нарядили в зеленую одежду из 1070 веток. Самое сложное – каркас, так как нету вот этой самой схемы сборки. Где-то так в интернете, где кто как, и вот так вот по логике догадывались, что эти крепежи усиления, да что-то. И очень-очень много гаек, что их очень-очень много долго крутить. Получается, что нигде, не везде вышка подъедет. То есть приходилось пристегиваться поясом, подниматься доверху и где-то что-то крутить. Инициатива приобретения искусственной городской елки принадлежит экс-главе Кунгура Ларисе Йолдышевой. Средства на ее приобретение начали собирать еще 3 года назад. Финансовую поддержку оказали Андрей Подосенов, Андрей Йолдышев, Надежда Арапова, Евгений Дураков, Андрей Золотарев, Владимир Никифоров, Александр Меньшиков, Владимир Желтышев, Андрей Новиков, Олег Лихачев, Дмитрий Лаврентьев, Александр Мошин, Наталья и Анатолий Орловы, Андрей Попов, Адела Трубинова, Андрей Галузин, а также предприятия и организации «Хлебокомбинат Кунгурский», «Кафе Любимое», «Муниципальный фонд поддержки предпринимательства», предприятие «Кабекс», бесплатная доставка организована силами завода «Металлист». У основания «Зеленой красавицы» расположится баннер. Следующей ступенькой к оформлению главной площади города будет ледовый городок. Уже приобретено 120 глыб льда. По ледовому городку будет символ года 2020. Будет Снегурочка с Дедом Морозом, будет у нас линза с двумя лавочками, будет детская горка с лабиринтом, будет горка большая, будут учтены ошибки предыдущих лет, не будет этого удара внизу, когда люди спускаются, и из новых фигур у нас добавляется снеговик. Сегодня утром машина с игрушками уже приехала на центральную площадь. Веточки елки совсем скоро украсят детские поделки. Сегодня третий день, мы будем наряжать. Ну так, а что ветки же, она же с этого идет. С лески. То есть игрушки разные весом есть, я смотрел. Есть тяжелые, есть легкие. То есть где-то будем алюминиевую проволочку подвязывать, где-то веточку выдирать, втыкать, чтобы было основание более крепко. Так, как чтобы не упали на людей. И так далее. А так как это все делались дети в разных школах, там написано школа 13, школа это, все это. Любой ребенок придет, когда на елку, скажет: о, моя игрушка. Работы по украшению символа года планируется завершить сегодня. И уже завтра кунгурики смогут наблюдать елочку во всей ее красе.